Короче, мне вчера было так грустно, что я одна, мне не с кем. Я приду, конечно, ты придешь, будет круто. Просто ты хочешь совместный? Блин, а если тебе желание? Я не супер выгляжу. Ладно, ну не уходи из моего эфира, потому что мне грустно. Я хочу... Вы купили квартиру? Нет, я не купила квартиру. Мне родители подарили квартиру. Она не на мое имя записана. К сожалению. Я шучу. Кстати, я на следующей неделе иду в нотариус, и у меня будет зарегистрирована какая-нибудь недвижимость. Но не эта квартира, а другая квартира. Поинтереснее, чем это. Я тебе пишу, выйдем, выйдем, а ты все игнорируешь. Выйдем в эфир? Ты... Про квартиру не надо говорить или про что? Увидеться, имею в виду. Да, конечно, надо. Увидимся. О, точно в магазин пишу. Ну да, про квартиру. Ну, слушай, ой, я человек простой. Захотела, сказала. Что, я тут, может быть, меня тут это потенциальные женихи смотрит. Я рассказываю про свое приданное. Я все правильно делаю. Где вы учитесь? Я учусь в Юракадемии. Ну, если честно, я не буду работать по специальности. Поэтому учусь, это я громко скажу. Ой, я вам хочу включить мощную песню. Сейчас, наверное, все выйдут из моего прямого эфира. Сейчас, наверное, будет реклама. Потому что... А, нет, не будет. Ну, слушай, меньше знают, меньше... Я не жадная. Платить не буду.
Я, кстати, люблю вот эту вещь очень часто. Мне кажется, что мы с вами сегодня.